12 августа кунгурики, ведущие здоровый образ жизни, отпразднуют свой праздник – День физкультурника. Местом скопления всех активных, подтянутых, жизнерадостных кунгуриков станет по традиции стадион «Труд». Здесь пройдет общегородской праздник. Программа мероприятия включает в себя бег на 60 метров, прыжки в длину, метание мяча, силовые виды спорта, подтягивания и отжимания, эстафета, перетягивание каната, турниры по мини-футболу, армрестлингу, стрит-баскету. Организаторы отмечают, что такой праздник – это очередной повод встретиться с друзьями, провести время интересно, а самое главное – с пользой. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 11 августа в городском отделе спорта по адресу улица Гоголя, 1. Более подробную информацию можно узнать по телефону, который сейчас на ваших экранах.